Всем привет! Сейчас я покажу, как нужно точить садовый секатор. Вот у нас секатор, вот у нас лезвие. Изначально купил, оно было тупое, сейчас все зазубрено. Вот, по идее, надо разобрать, легче будет точить. Но я сейчас так попробую. Вот, берем камень точильный, мочим его, чтобы лучше заточка была. Так, фиксируем его, ну и вот такими движениями. Так ножик затачиваем с двух сторон. Вот, потом, конечно, доточу. Блестит. Лановка новая, от масла его отмыть. У меня в масле был, чтоб не жалел. Ну и сейчас попробуем, что у нас получилось. Так, чпок. Деревяшка сухая, поэтому с нагрузкой обламывает и режет. Он блестит. Уже лучше стало. Так что точите, обрезайте. Ну и всем хорошего урожая. Всем пока.